Да! Эй, эй, Бенни! Можешь запустить меня в фрут, а? Нет. Ну давай! И как ты собираешься произвести на Элли впечатление? Ничего я не собираюсь. Тогда зачем ты ее убеждаешь, что она мамонт? Да потому что она мамонт. А она думает, что опоссум. Но нельзя быть тем и другим. О, ошибаюсь-то, мой верный друг. А как же автобык, крысокрот или рыба-йос? Он от тебя не отстанет. Будет намного лучше, если ты с ним согласишься. Ну, и что я должен сделать? Нагни дерево и запусти меня в пруд! Не знаю, смогу ли. Ну, если ты не можешь, попросим Элли. Нет, я могу. Да-да-да-да-да! Давай! А ты раньше это делал? Ха! Уже миллион раз! Еще! Отлично! Блин! Я лечу! Я умею летать! Крэш! Ю! Крэш! Крэш, ты живой? Что случилось? Мэнни его с дерева запустил. Ты с ума сошел? Он сказал, что уже делал так. И ты ему поверил? Крэш, я умоляю, посмотри на меня! Я могу что-нибудь для него сделать. Ты уже все сделал. Ну что, доволен? Крэш, не покидай меня. Кто прикроет меня в драке? С кем же теперь я буду всех доставать? Кто теперь будет кататься со мной в навозе? В навозе? Стой! Мои ноги! Я могу стоять! Он может стоять! Я могу бегать! Может бегать! Это чудо! Аллилуйя! Что тут скажешь? Мальчишки, они делают мою жизнь веселой. Ну, сейчас я вам покажу. Только не по лицу! Стой! Вам не стыдно? Стой! Надо!